Компании из КНР выходят в лидеры международного рынка безуглеродной энергетики. Больше всего за рубежом востребованы китайские электромобили, литий-ионные аккумуляторы и солнечные панели. По данным таможни, за первые три квартала года объем поставок этих видов продукции вырос на 40% до 800 миллиардов юаней, что составляет почти 5% от общего объема экспорта страны. Во-первых, все благодаря огромному спросу. У многих стран есть цели по достижению углеродной нейтральности. Во-вторых, с точки зрения предложения, наша продукция становится все более конкурентоспособной в технологическом плане. Кроме того, по цене-качеству мы значительно опережаем конкурентов из-за рубежа. Это превосходство позволяет нам передавать последние разработки из лабораторий на линии массового производства с наименьшими затратами. Из-за растущего спроса на солнечные панели выигрывают компании, которые занимаются добычей кремния и других полезных ископаемых. Несмотря на перспективы сектора, эксперты предупреждают о влиянии внешних факторов на рынок и призывают принять меры для сохранения динамики экспорта. На некоторых европейских рынках имеются огромные складские запасы китайской продукции, на реализацию которых могут уйти месяцы. Эта ситуация посылает бизнесу явный сигнал о том, что необходимо подумать о диверсификации поставок. Сегодня Китай опережает остальной мир по темпам развития альтернативной энергетики. Страна активно внедряет новую стратегию построения экологичной цивилизации. К 2030 году Поднебесная намерена пройти пик эмиссий углерода, а к 2060-му достичь углеродной нейтральности.